Дорогие коллеги, слушатели, здравствуйте еще раз. Меня зовут Аяш Мирзабекова. Я учитель английского языка из школы Айканат High School в Бурабай. Можете, пожалуйста, поднять руку, если слышали про эту школу? Отлично, спасибо. Это уникальный проект. Наша школа находится в Бурабай, на берегу озера, в живописном уголке. И в нашей школе учатся дети из сельских регионов бесплатно, со всего Казахстана. У нас уникальное сообщество, интересный проект. И в этом году Казмунайгаз выделил грант для детей из Жаноузена. И также у нас есть платное отделение. Получается, как реклама школы, но я просто хочу рассказать о себе. Да. До этого я 5 лет работала в КТЛ, в Блим-инновация-лицеях. И это мой 8-й год работы. Также я активно развиваю статус профессии учителя, личный блог в Инстаграме, потому что мне очень хочется, чтобы в нашем обществе изменилось отношение к учителям, чтобы учителя обрели свою внутреннюю ценность и выходили в интернет, потому что в интернете сидят наши ученики. И прежде чем я начну выступление и расскажу вам о теме выступления, давайте поиграем в небольшую игру. Я учитель английского языка, игра называется Fly High, Touchdown, то есть мы встаем и садимся. Пожалуйста, встаньте, если сегодня суббота. Отлично, спасибо, спасибо. Пожалуйста, встаньте, если вы учитель. Вау, спасибо, спасибо. Пожалуйста, встаньте, если у вас есть дети. Отлично, спасибо, спасибо. Теперь я чуть больше знаю про вас. Итак, дорогие коллеги, да, можно сказать, почему наша тема выступления? Сегодня я говорю про законы и принципы эффективного преподавания. Звучит страшно, я понимаю, да, но на самом деле речь пойдет о трех простых идеях, о трех простых инструментах, которые мы можем внедрить в свои уроки буквально за 5 минут. Это очень легкие, простые 5-минутные техники, но они помогут нам повысить мотивацию, вовлеченность на наших уроках, потому что наши ученики будут понимать, зачем им те или иные стратегии. Все фишки, 5-минутные идеи, о которых я буду говорить, их эффективность научно доказана. То есть американские учителя и профессора работали над этим проектом 10 лет. Чуть позже расскажу о происхождении этого исследования. И это все проверено в реальных классах, в обычных средних школах и в университетах. И второй момент, почему сегодняшняя тема важна. Она важна, потому что наша задача — мотивировать наших учеников и, самое главное, повысить в них осознанность. Потому что, если честно, сейчас в казахстанских школах мы абсолютно не работаем над осознанностью детей. Кто смотрел фильм «Чудо» с Джулией Робертс? Отлично. Сюжет этого фильма такой простой. У Джулии Робертс и ее мужа рождается сын, и у него проблемы, генетические проблемы, и он переживает около 40 операций на лицо. Мальчик выглядит немного необычно, но она все равно отдает его в школу после началки, в 5 класс, потому что хочет, чтобы ее ребенок социализировался. И когда я смотрела этот фильм, я смотрела не только на историю этого мальчика, Огги, я больше всего поразилась из-за того, что эти малыши, пятиклашки, им всего лишь 11 лет, но они знают, чего они хотят. Они осознанно относятся к обучению. Они создают проекты, у них горят глаза. Если вы видели в фильме главный, лучший друг главного героя, он учится в этой дорогой школе на стипендии. То есть, представляете, да? Малыш в 10 лет четко понимает, что его мама-одиночка не может оплатить ему престижное дорогое образование. И этот пятиклашка в 10 лет пашет на уроках, работает больше, чем все остальные дети, создает проекты еще круче, потому что у него есть осознанность. Да? Поэтому сегодня мы будем говорить о, так, мы будем говорить о развитии осознанности в наших детях и о мотивации. Хочу начать с цитаты Элвина Тофлера. Я услышала ее у Саясат Нурбека, фанат Саясат Нурбека. Да? И это цитата о том, что мы живем в мире, в
котором нам придется очень скоро переучиваться, постоянно учиться, еще и забывать то, что мы выучили. То есть все идеи, о которых я буду вам говорить, они о том, как научить наших детей учиться. Если честно, это относится и к нам. Потому что буквально сегодня моя подруга Дилара учила меня создавать рилс. Я думала, рилс — это не для меня, и почувствовала себя пенсионеркой, пока она меня учила создавать эти рилс. Это было очень сложно, но это была растяжка для мозга. Речь идет о том, что каждый день мы чему-то учимся. И, скорее всего, мы будем вынуждены учиться всю жизнь. Все, мир меняется, мы переходим в цифровую эпоху. Если вас нету в интернете, вас нету в реальной жизни. Да, есть такое высказывание, поэтому нам приходится выходить из зоны комфорта, учиться, постоянно повышать свою квалификацию, постоянно развиваться, потому что современные подростки, они другие. Очень скоро в школах не останется учителей, которые имеют такую роскошь не учиться. Они просто не смогут смотреть в глаза современным подросткам. Дети, они очень серьезные требования сейчас предъявляют к учителям. Если мы не будем развиваться, если мы не будем изучать инструменты, фишки, стратегии эффективного обучения, ничего не пойдет. Не зря я веду блог и занимаюсь продажами. Надеюсь, у меня получилось продать вам эту идею, чтобы вы послушали этот тренинг внимательно, да? Итак, откуда я взяла все эти идеи? Все эти идеи я взяла из книги Powerful Teaching. Эту книгу издали в 2019 году, то есть я использую все фишки и идеи из книги уже около 4 лет. Мир сейчас — это такая маленькая глобальная деревня. Я даже написала авторам этой книги и попросила у них официальное разрешение. Можно я буду рассказывать про фишки и стратегии из вашей книги? Они мне сказали: да, конечно, без проблем, спасибо, что ты это делаешь. Потому что авторы книги — это Пэтрис Бэйн, вот тут немножко ее аватар видно. Пэтрис Бэйн — это обычная учительница из средней американской школы, которая всю жизнь отработала в школе. То есть у нее вообще, не знаю, там 30-летний, 40-летний стаж работы, да? Пэтрис Бэйн знаменита тем, что она учитель, легенда в своей школе, потому что она учитель истории и социологии, ее ученики... обычно у меня другой голос, просто я весь день болтала с коллегами тут. Да, голос — наш инструмент. Итак, почему Пэтрис Бэйн — легендарный учитель? Потому что ее ученики не забывали контент, который они выучили на ее уроках. И эрудированность, наше знание, наша память, возможно, это и есть наш ум. И ученики Пэтрис Бэйн, у них просто потрясающая эрудиция. Они знают там все факты исторические, они могут поддержать разговор на любые темы. И самое главное, на своих уроках она научила их учиться. И Пэтрис Бэйн выиграла грант на исследовательский проект. Она обычная учительница в средней школе. Выиграла грант на исследовательский проект с профессором когнитивистики Пуджа Агарвал. Пэтрис Бэйн — учительница простая в школе, Пуджа Агарвал — профессор когнитивистики в престижном университете. Пэтрис обожала когнитивистику — это страшное слово, но когнитивистика — это и есть законы и принципы обучения, да, наука о познании. Пуджа Агарвал обожает когнитивистику и занимается этим со своими студентами. Да. Они объединяются, 10 лет проводят исследования, общаются, создают коллаборации. И в итоге у них получается книга Powerful Teaching, где они рассказывают об инструментах эффективного преподавания и обучения. Вот. И речь пойдет о трех инструментах. Все эти фишки, о которых я сейчас рассказываю, они мега просто популярны в Америке. Каждый учитель старается применять все эти идеи, такие популярные словечки. Но я постаралась перевести название на казахский язык, на русский язык, для того, чтобы это было чуть понятнее. И люди моего возраста и старше, вы, наверное, помните фильм с Арнольдом Шварценеггером, кажется, «Вспомнить все». Да? Поэтому первый инструмент называется «Вспомнить все». Одноминутная теория о том, как работает наша память. Очень часто мы, учителя, думаем, что когда мы читаем лекции нашим ученикам, когда мы показываем образовательные ролики, наши дети все запоминают.
То есть мозг, как спонжик, все впитывает. Конечно, это не так. Так обучение не работает. Если мы просто объясняем что-то нашим детям, они могут смотреть вам в глаза и говорить: «Вы самый лучший учитель в мире, я вас обожаю, я все понял». Но так не работает обучение, да? Первый инструмент, процесс нашей памяти — это запоминание. То есть наш мозг, как спонжик, впитывает в себя всю информацию. Замечали такой феномен? На уроке биологии вам сложно запомнить там стадии развития клетки, но вышла новая песня Бритни Спирс, и через минуту вы уже подпеваете, знаете все слова песни, да? Наша память так работает. Что-то мы супер легко запоминаем, а что-то переходит на второй этап. Что-то хранится в нашей памяти, остается, застревает, а что-то мы забываем. И распространенный учительский нейромиф — это то, что забывать — это плохо. На самом деле, если бы мы не забывали, мы бы вообще все сошли с ума, да, давно. Поэтому сначала наша память как спонжик впитывает информацию, потом мы либо ее храним в памяти, либо забываем. Но настоящее обучение проходит на третьем этапе, на этапе воспроизведения. Давайте подробнее поговорим об этот этап. Вот это вот самый-самый важный термин за сегодня. Даже если вы сегодня после этого тренинга выйдете, и у вас в голове будет только одна эта идея, это уже будет супер, да? Итак, что такое воспроизведение? Давайте проведем небольшой эксперимент. Подумайте одну секунду, ну или там три секунды, и ответьте на вопрос, что вы сегодня ели на завтрак? А вот как раз то, что изображено. Ага. Отлично, отлично. Что вы сегодня ели на завтрак? Тоже только это яйцо в кутуру и кашу. Отлично, отлично. А кто сможет назвать год основания казахского ханства? 1465, отлично, отлично. А как вы думаете, какой вкус мороженого вы просто ненавидите? Допустим, я ненавижу баблгам. Баблгам, дыня, да, отлично, отлично. Итак, дорогие коллеги, когда я вам задаю эти вопросы, вместо того, чтобы давать вам информацию, in от слова в, да, то есть я не пытаюсь вам в голову запихнуть какую-то информацию, вместо этого я делаю out formation. Out переводится извне, то есть снаружи, да. Out formation — это придуманное словечко. Это слово придумали студенты, ученики Пэтрис Бэйн. То есть дети, они классно придумывают новые словечки, да? Вообще этого слова нету, out formation. Оказывается, мы учимся, третий процесс работы памяти. Какой третий процесс был? Воспроизведение. Воспроизведение. Мы учимся тогда, когда мы делаем out formation. Чем чаще мы вытягиваем контент из головы наших учеников, то есть мы даем первые 15 минут, вторые 5 минут мы вытягиваем из них информацию, и настоящее обучение там и происходит во время out formation, когда мы вытаскиваем информацию из учеников, да? Итак, как мы, учителя, можем обеспечить out formation на своих уроках? Мы можем проводить частые тесты, и мы можем активно работать с информацией, то есть 15 минут даем новый контент, 5 минут мы активно работаем и вытягиваем, да? Как можно проводить частые тесты, да? Ученые из области когнитивистики, они доказали, что novelty, разнообразие — это то, что цепляет наших учеников. Вот почему учителю нужно постоянно учиться, постоянно новые трюки использовать, да? Потому что наш мозг любит новизну, наш мозг любит разнообразие, да? Как можно обеспечить разнообразие тестов? Вот пример простого теста, да? Подумайте одну минуту, кто может, можете прям записать ответы и ответьте на эти четыре вопроса про себя. Отлично. Кстати, когда учитель говорит «подумайте одну минуту», самое сложное — это самому замолчать, да? И почему нужно говорить детям «подумайте одну минуту»? Для того, чтобы изменить культуру в вашем классе. Когда быстрее всех отвечает не ученик-суперзвезда, а когда каждый имеет возможность тихо подумать.
дать равный шанс каждому ребенку, да? Итак, давайте проверим. Авторы книги, кто их запомнил? Петрис Бэйн? Пуджа? Окей, отлично. В каком году издали эту книгу? В 19-м. Три процесса работы памяти. Воспроизведение. Как называется первый инструмент? Помнить все. Отлично. Очень важно объяснять ученикам, что чем сложнее тест, тем лучше. Чем больше они ошибок сделают, тем лучше. То есть нужно говорить нашим детям, ошибки — это хорошо, ошибки — это замечательно. Важный момент, нельзя ставить оценки за эти тесты. Как вы думаете, почему? Да, отлично. Когда дети работают только ради оценок, падает мотивация, да? И дети должны понимать, что эти тесты, эти мини-квизы нужны ради них же, для того, чтобы они учились. То есть мы используем мини-тесты не как кнут и пряник, не как инструмент оценивания, а как инструмент обучения. Вот это, например, простой пример теста, просто на проекторе показать вопросы, и дети могут сами проверить ответы. Да? Опять же, мы меняем культуру, когда дети сами проверяют свои тесты, мы доверяем им, плюс они понимают, обучение нужно же мне, поэтому. Вот у нас была вот ошибка, да, Пуджа Агарвал, и все остальное, кажется, правильно мы ответили, да? Как еще мы можем использовать разнообразные тесты? Да, мы можем использовать приложения. В чем польза этих приложений? В том, что дети получают мгновенную обратную связь. Они сразу понимают, что они знают, что они не знают. Я, например, каждый день использую приложение Google Формы. Google Формы каждый день просто скидываю детям ссылку, отмечаю там правильные ответы. Откуда я беру тесты, я их покупаю у коллег. Вот. Потому что время, да? Так, отлично. Следующая техника, которую я использую на уроке каждый день. Я преподаю детям из сельских регионов, да? До этого я работала с одаренными детьми в КТЛе. Мои дети тоже одаренные, но они дети из сельских регионов, вы понимаете, да? И самое-самое сложное в работе было поменять их установку про себя. Эти дети прошли отбор среди 100 тысяч детей по Казахстану, но при этом на уроке они говорят: «Тичер, мен тупой ман». Каждый ребенок говорит: «Я самый тупой тичер». Каждый день они в жатакхане рыдают: «Я самая тупая в классе по физике, я лузер». «Я самый тупой в классе по химии, тичер». Они плачут. То есть дети, у них настолько мы их сломали в школах, вот этой вот культурой, да, что... Дети, если честно, они первый вопрос задают на уроках. Вы будете ставить оценки? Или какую оценку получу за это задание? Да? Очень много времени идет, чтобы поменять мировоззрение детей, да, чтобы вот объяснить им. Нет понятия тупой, умный, детилер. Все нормально, вы все окей. Просто есть понятие пахать или не хотеть пахать. Да? И первый раз, когда я пришла в школу, я плакала после каждых уроков. Почему? Потому что... Особенно после пандемии же это было, да. Я прихожу, объясняю новую тему детям, все классно, все супер, да. Через неделю я прихожу, говорю: какую тему мы проходили на прошлом уроке? И они такие... Потом я говорю: вот, мы эту тему проходили на прошлом уроке. Они такие: я вижу это в первый раз в жизни. И это было так сложно, да, поэтому техника омут памяти, она классная, да. Омут памяти — это отсылка на фильм «Гарри Поттер», да? У Дамблдора был такой омут памяти, куда он вложил свои мысли, да? Техника омут памяти, она такая очень простая. Прежде чем я ее использую каждые 5 минут на каждом новом уроке, да? Допустим, мы с детьми прошли тему прилагательные, которые описывают характер человека, да? Прежде чем начинать урок, я раздаю детям стикеры, говорю: разделите стикер на две колонки, в левую колонку напишите все положительные прилагательные, которые вы помните, в правую все отрицательные, которые вы помните. То есть дети делают что? Какой термин мы? Outformation. Дети делают outformation. Они сами вытаскивают из своей головы то, что они проходили на прошлом уроке. Да?
очень простая техника, но она прям классная, да? А я заметила, что после того, как я обучила этому детей, я сама это использую, да? Допустим, сегодня Дилара мне объясняла, как записывать Reels, да? И прямо после того, как она мне объяснила, я открыла свои заметки и записала три самых важных элемента, да? Очень важно для нашего мозга делать такой вот out-formation, потому что если бы я себе не задала вопрос, какие три самые главные идеи мне объяснили, я бы это забыла, да? Если бы я во время того, как Дилара мне говорит, я записывала, это бесполезно. Это так наша память не работает, да? Мне пришлось вытащить из головы так. Я должна не забыть про цепляющий заголовок для Reels. Я должна не забыть про призыв к действию в конце Reels. Я должна не забыть про динамичную картинку в начале. Три самых главных правила. Она меня заставила, мне пришлось, да? Это было очень сложно, потому что, когда я только начинала снимать, она меня заставила только что здесь, на первом этаже, снять Reels. Я переоделась из-за этого, да? Это было так сложно, потому что это растяжка для мозга. Ты не привык, тебе непривычно, тебе сложно. И то же самое испытывают наши дети. Когда я недавно выступала на одном тренинге, там не было кликера, и я подключила свой MacBook, и мне было сложно, потому что я люблю двигаться во время презентации, а тут я стою за трибуной, меня не видно за этой трибуной, и я нажимаю на этот кликер, то есть сама переключаю презентации, да, было очень неудобно. Потом еще меня ожидает вторая сессия, второе выступление уже с другими слушателями. После первого неудачного выступления, потому что это было ужасно, когда я стояла за кафедрой, меня не было видно, еще и пришлось самой переключать все, да. Коллега подходит и говорит: «Аяш, давай я тебе помогу. Ты скачаешь приложение Keynote и через свой телефон сможешь переключать слайды». Это классно, да? Моя первая мысль: нет, спасибо, не надо, зачем мне это? Я лучше буду мучиться, чем я скачаю приложение, чем она меня научит чему-то новому и причинит мне добро, да? Она говорит: «Жазира, тичер», такая: «Аяш, ну серьезно, это тебе облегчит жизнь. Давай я тебе сама скачаю это приложение, я тебе покажу». Она берет мой телефон, скачивает приложение. Я вам потом покажу сторис про это как-нибудь, если что. Ну, скину про это сторис, да. И получается, она мне показывает, я переключаю слайд, это как будто магия для первобытного человека. Я говорю: «Вау, я переключаю сторис у себя на телефоне, и они тут переключаются. И мне не нужно тратить 20 тысяч тенге на кликер, это же гениально». Но первая мысль какая была? Сопротивление. Даже если человек все за меня сделает, мы не хотим учиться, мы не хотим выходить из зоны комфорта. И точно так же наши дети, да? Техника омут памяти. Вторая техника постконспектирования, чему нужно научить наших учеников, да? В чем проблема, когда вы прямо сейчас конспектируете, что я говорю? Какая проблема? Эффективно ли это? Это неэффективно. Почему неэффективно? Еще. Да. Отлично. Угу. Ну, самый такой ответ, да, почему? Потому что прямо сейчас вы конспектируете то, что знаю я, да? Но обучение — это то, что остается у нас в голове, да? Поэтому гораздо эффективнее законспектировать все после выступления. Либо, как мы можем делать учителя, показать детям образовательный ролик или дать 10-минутную лекцию, потом пауза. Все конспектируют. Почему? Потому что дети делают out-formation. То есть все эти техники, они очень простые, примитивные, легкие. Что еще мы можем использовать? Мы можем использовать креативное конспектирование, да? Например, использовать графические органайзеры, скетчноутинг или якорные чарты. Давайте сейчас подробнее разберем, что это такое, да? Почему это нужно? Опять же, пункт номер один — дети любят новизну. И идеально, когда мы научим наших детей конспектировать, потому что конспектирование — это новая суперсила в 21 веке. Почему? Потому что мы постоянно учимся, да? Графические органайзеры — это когда мы учим наших детей мыслить критично, критически, да? Они берут какой-то огромный контент, огромную статью, и всю эту информацию перерабатывают и создают графический органайзер. Легко ли этому научить детей? Вообще нелегко, это ужасно тяжело. Но стоит ли нам это делать? Конечно, стоит, да, потому что, ну, это ужасно тяжело их научить, конечно.
вы удивитесь, да, ну, в принципе, вы, наверное, знаете печальную ситуацию с образованием, да. Мои ученики, дети из одаренных школ, им сложно даже просто прочитать одну главу из книги и ее пересказать своими словами. Да, вот что мы делаем с детьми, да? Недавно была на одном тренинге по сингапурским техникам, и тренер говорит, когда хирург по халатности убивает пациента, эффект быстрый, да? Он сразу, получается, умирает человек, и там хирурга либо наказывают, либо хирург начинает пить тяжело, да, если у него там нету какой-то внутренней опоры, потому что это тяжело, когда у тебя на столе умирает человек, да, это очень страшно. Но когда учителя не готовятся к урокам, не развивают в детях навыки 21 века, мы точно так же, как этот хирург, убиваем по халатности, просто эффект отложенный. Наши дети, они не смогут самореализоваться, быть яркими, найти себя. И говорят, что в 21 веке самый такой страшный голод будет не физический голод, а голод по самореализации. Поэтому вторая идея — это скетчноутинг, создание визуальных заметок. Это уже креативные методы конспектирования. Если ваши ученики любят рисовать, то, скорее всего, им понравится книга Майка Роуди. Если ваши ученики знают английский язык, то на YouTube у Майка Роуди есть бесплатный воркшоп, на котором он за 30 секунд обучает скетчноутингу. Даже если вы не умеете рисовать, он реально обучает за 30 минут. Да? За 30 минут, да, sorry. Так, следующая идея — якорные чарты. Это если вы сами любите рисовать, вы можете для детей готовить такие картинки, чтобы помочь им запомнить все. Кто, например, смотрел сериал «Шерлок Холмс», да, BBC-шный, у Шерлока Холмса есть чертоги разума. Да, вот чуть-чуть про это, чертоги разума, когда ты визуально представляешь себе и на картинке пишешь слова, лучше запоминаешь, да? Так, это идея. Так, итак, первый инструмент назывался «Вспомнить все». Какие фишки, техники мы там узнали в нем? Outformation. Ага. Тесты должны быть сложными, да. А еще какие фишки? Постконспектирование и омут памяти. Отлично. Кстати, так забавно, да, то, что дети, когда вы им задаете вопросы, даже иногда так неожиданно, они говорят: «Тичер, вы делаете outformation». То есть у них уже появляется дистинкция. Они уже понимают мышление такого высокого порядка, да? А второй инструмент называется осознанность в обучении. Как помочь нашим детям не быть как зомби-апокалипсис. Я, например, когда в школе училась, я была реально зомби-апокалипсис. У меня было 7 троек, я вообще не понимала, что происходит на занятиях. И, ну, обычная школа, да. Со мной учителя даже никогда не разговаривали. Я все, сколько, 7 лет учебы в школе, нет, 9 лет учебы в школе, просидела на задней парте и читала книжки. Ни разу со мной никто не заговорил, 30 детей в классе. И, ну, то есть я смотрю на доску, ничего не понимаю, и даже не понимаю, зачем мне это надо. То есть вот реально зомби, ты не задумываешься, кто ты, что ты, чего ты хочешь. Ты просто как вот офисный планктон, только ученический вариант. Просто ходишь, с кем-то пообщаешься, потом какие-то проблемы подростковые, да. Итак, как изменить наших детей, да, чтобы у них не было наших травм? Как повысить осознанный подход, чтобы они чувствовали себя в своем теле, то, что они дышали, чтобы они были в моменте, здесь и сейчас. Как это обеспечить, да, в детях? Ну, для начала нам нужно самим важно работать с контентом, да? То есть перед началом четверти отправлять детям план на эту четверть. Для чего? Чтобы минимизировать человеческий фактор. Если, допустим, у вас нет времени на каждого ребенка, пусть каждый ребенок знает, что вы будете требовать на экзамене, и дети могут сами спокойно готовиться, да? Сами затащат. Потом у детей намного больше амбиций и мотивации, чем у нас всех вместе взятых. Они пашут, просто если им показать, что да как, что нужно сделать, потому что... Знаете, вот для меня был такой инсайт, да? У нас в Айконате есть программа стажировок. Дети, которые не поступили в школу, весь прошлый год по 40 детей приезжали на 10 дней к нам в школу, на стажировку. Мы им проводили тренинги, они знакомились с нашими детьми, тусили. И у нас, и я такая в шоке была, да, дети, которые у меня не учатся, я их к IELTS не готовлю,
они набирают такие же баллы, чуть меньше, на полбалла, как и мои ученики, которых я готовлю. Ну, понимаете, да? Поэтому чуть-чуть нам. Что еще важно в плане метакогнитивности, в понимании того, как работает наш мозг, да? Наш мозг как компьютер, запас рабочей памяти ограничен. То есть дети могут что-то слушать внимательно только 15 минут, потом все, они уже вас не слышат. И наша задача каждые 15 минут урока либо движение организовать, либо коммуникацию организовать, либо, не знаю, какую-то шутку рассказать для того, чтобы чуть-чуть перезагрузить детей, да? И еще хорошая идея — делить слона на кусочки. То есть каждые 15 минут спрашивать у детей, какая основная мысль, что вы запомнили, какой инсайт вы получили, да? Или сделайте небольшой конспект в 2-3 предложений того, что я вам сейчас сказала, да? Вот так вот, отлично. Есть такая техника, прикольная карточка знаний, тоже сейчас с ней поделюсь. Для чего нужна эта техника? Бывало ли у вас такое, что у вас есть ученик, который пашет, старается, такой усердный, правильный ребенок, он приходит к вам на экзамен и говорит: «Тичер, я готовился, вот я пахал, реально, все будет классно», да, и получает двойку. Бывало, да, такое? Почему? Потому что дети, они неправильно готовятся, мы им не объясняем, как учиться, как научиться учиться, да. Когда я первый раз объясняла все эти фишки своим семиклашкам, это я даже еще не упрощала термины, я говорила metacognition, retrieval practice, spacing. Я думала, они не запомнят все эти термины. Они прекрасно все запомнили, они прекрасно все поняли. И мы даже начали с ними говорить на одном языке. Семиклашки. Дети намного круче нас, да? И для того, чтобы у наших учеников не было иллюзии знания, типа, я спрашиваю: «Так, Ельнур, как ты готовился к экзамену?» Говорит: «Ну, я перечитывал ваши конспекты, я читал там внимательно». Но это неэффективно, да? Что эффективно? Для того, чтобы у вас не было иллюзии знания, типа «я чувствую, что я знаю, но это иллюзия», да? Нужно реально прописывать факты, да? Научить детей использовать карточки эффективного обучения. Я сама так учила английский язык, плакала, материлась, но учила в 15 лет, потому что я очень боялась своего репетитора. Вы выписываете все слова или все вопросы, да, экзаменационные, потом закрываете Google, закрываете все тетради, книги, перелистываете этот вопрос и пишете ответ. Если вы реально можете записать ответ, тогда вы можете сказать: «Да, я знаю, я готов к тесту». Если вы факты, да, если вы не можете записать, сори, вы не знаете этот контент, да. Очень важно детям это объяснить. Давайте представим, как будто мы пишем, да? Назовите любой инструмент эффективного обучения. Инструмент. Три инструмента. Вспомнить все. Развитие осознанности. Отлично. Любое приложение для тестирования. Как вот есть. Какие нейромифы вы знаете? Забывать — это плохо. Да, отлично. Отлично. Или, например, чем легче ученикам на уроке, тем легче они все запомнят. Наш мозг так не работает. Чем нам сложнее, когда мы делаем растяжку мозга, тем лучше мы все запоминаем, да? Три процесса работы памяти. Воспроизведение. Отлично. Итак, здесь что мы можем делать для того, чтобы помочь нашим детям стать осознаннее? Мы можем просить их записывать мини-резюме дня. Мы можем задать вопрос, например: «Детилер, как вы думаете, что в сегодняшней лекции самое важное, что вы хотели бы помнить даже через 10 лет?» Или, например: «Students, как вы думаете, какие два термина сегодня самые важные для вас?» Или: «Students, как вы думаете, какие две области, над чем вам еще надо работать?» То есть мы приучаем наших детей думать, да? Или можно сказать: «Guys, можете от шкале от 1 до 5 поставить себе оценку, 1 ничего не понял, 5 все супер, я все понял». Проанализировать, поставить себе оценку за сегодняшний урок, да? Ну, такие вопросы, то есть мы можем приучать детей задавать себе вопросы на рефлексию, да? И иногда даже быть больше, чем учителем, задавать себе, не знаю, какие-то вопросы. Что я люблю, что я не люблю, что является моей суперсилой,
что является моим недостатком, но я к нему нормально отношусь, да. То есть чуть-чуть задавать личные вопросы детям тоже, да, чтобы они понимали, что все нормально, да. Окей, третий инструмент называется интервальность. И тут, конечно, мы все учителя, полный провал. Почему? Потому что когда мы объясняем детям новый контент, мы практически никогда не возвращаемся к этим темам, да. Опять же, так наш мозг не работает. Чем чаще мы повторяем, тем лучше. Чем чаще мы смешиваем разные концепты, разные термины, тем лучше. Потому что наш мозг так устроен, что мы интуитивно ищем связи, ищем метафоры, ищем параллели, все сравниваем, ищем сходства и сравнения, да? И учителя должны использовать эти правила мозга для того, чтобы детей научить думать, да? Например, как вы думаете, какая самая большая разница между инструментом «вспомнить все» и, например, «развивать осознанность»? Какая самая большая разница? Здесь такие сложные вопросики задавать учителям, ученикам, да? Окей, примеры интервальности, да? Это постоянно делать повторение, да, тем, например, что мы проходили сегодня, вчера. Что еще мы можем делать, да? Мы можем регулярно повторять пройденный материал. Для этого можно использовать разные игры, там, не знаю, квизы постоянно делать. То есть сделать так, чтобы у наших учеников не было выбора, не было выхода. По-любому они все это запомнят, потому что мы их достанем этим outformation. То есть они от нас никуда не денутся, они это запомнят. И мы будем постоянно доставать, переходить к новым темам и напоминать им о них, да? Например, что мы делаем на уроке? У нас есть такая банка, бомбочка знаний. В конце каждого урока ученики сами придумывают себе вопросы по пройденной теме. Например, какие две фишки вы знаете из инструмента «Вспомнить все»? И вот друг другу задают вопросы, да? Потом мы это все ложим в банку знаний, если у нас остается 5 минут, повторяем контент. Ну, то есть огромное количество есть игр, которые мы можем использовать, да? Теперь микс пройденных тем и новых концептов, да? Наш мозг любит все сравнивать. Есть ли у нас учителя истории? Учителя истории, вот супер, да? Допустим, вы прошли тему «Восстание в Тургайской области» и «Восстание…» Подскажите. Нет, это же в то время. Тургайская область была восстание и, там, не знаю, да, Уральская, ладно, sorry, Уральское восстание, да? И мы можем задать детям вопрос, смотрите, вы прошли тему восстания в Тургайской области, начиная новую тему, мы можем опираться на тему восстания в Тургайской области и сказать, дети, как вы думаете, что объединяет эти два восстания? Какие два элемента схожи? А как вы думаете, что кардинально отличает эти два восстания? Или, дети, можете ли вы придумать метафору на вот этот термин? Есть еще там всякие прикольные американские фишки, типа модель Фрейера, да, когда мы учим детей придумывать метафоры, там такое все разное, да? Окей. Так, о, мы прям укладываемся вовремя, да? Что такое регулярное повторение? Регулярное повторение — это спейсинг, когда мы наш выученный контент ставим в окошки и регулярно к нему возвращаемся, постоянно к нему возвращаемся, потому что только так мы растим детей, а не аквариумных рыбок, которые через 10 секунд забывают, да? Постоянно-постоянно нужно возвращаться к этим темам, да? И еще делать микс. Я, например, в этом году поставила себе челлендж, вызов, научить моих учеников конспектировать, и я хочу сама научиться делать готовые костяки лекций. Называется на английском guided notes. То есть я им читаю контент, лекцию, потом раздаю им скелет лекции, они его по памяти заполняют. Мне показалось, что это прикольная идея, но я не знаю, смогу ли это сделать, но хочу. Итак, дорогие коллеги, давайте проведем рефлексию. Пожалуйста, одну минуту подумайте. Подумайте одну минуту над этими вопросами. Ага. Теперь поднимите правую руку. Поднимите правую руку все. Ага, Дамир Устас, я за вами слежу, да? Так,
Дайте 5 человеку, кто ближе к вам сидит. Угу. И обсудите все эти ответы между собой. Отлично, спасибо. Теперь посмотрите в глаза своему партнеру и скажите: вы гений. Окей, отлично. Посмотрите в глаза своему партнеру и скажите: вы гений. Окей. Вообще нельзя говорить «вы гений», потому что мы развиваем установку на данность. Надо хвалить за усердие. Ну ладно, сегодня. Я постоянно так говорю своему мужу: ты гений, а потом забываю, что нельзя так говорить. Окей. Так, дорогие коллеги, у нас есть 15 минут на вопросы-ответы. Давайте, да? Ага. Окей. Ага, пожалуйста. Как вас зовут? Да. Айдана. Как вы справляетесь со временем? Потому что информации много, которую ты хочешь дать. Ага. И вот эти вот действительно достаточно, чтобы все говорить, а потом еще выдышать. Угу. Я бы посоветовала упрощать максимально. Детям после ковида очень сложно. То есть смысла нету им давать большие фрагменты знаний. Лучше мини-фрагменты знаний максимально просто. Пусть они это сначала переварят, и потом уже, когда они научатся, там критическое мышление разовьют, потом уже. Ну, вот. Да, да. Но на самом деле, я не знаю, просто я никогда не работала в общеобразовательной школе. Мне кажется, учитель все равно главный. План, бла-бла-бла, но прям над вами же никто над душой не стоит. Ну, мне кажется. Конечно, конечно. Нужно расслабиться. Я, например, когда только пришла работать в школу, я не улыбалась детям, и я такая, типа, я же учитель. Потом я подумала, знаете, смысл быть учителем, если ты не можешь посмеяться с детьми, если ты не можешь быть собой. И, короче, потом... Вот. Так, еще вопрос. Ага. Можно один вопрос? Как вас зовут? Меня зовут Станислав. Станислав. Вопрос, который меня давно интересует. Секундная, да, истории своей практики. Я когда-то был заучем, решил провести мини-исследование, взял один класс и с первого по шестой урок с ними ходил, на все уроки. Вот если помним, проходили курсы, значит, круги радости, все, позитивная установка. Так вот, к шестому уроку этот круг радости превращался в квадрат печали. Да. Почему? Потому что на каждом уроке, получается, каждый учитель, вот то, что вы вначале проговорили, да, надо новое что-то дать, они любят новизну, а ученик приходит и на каждом уроке, да, круги, активные методы, а отдохнуть когда? Классно, классно. Вот быть ученику. Я один учитель, классы меняются, я могу использовать, да, да. А ученик не меняется. Это прям суперский вопрос. Однажды в Айконате на День учителя в прошлом году дети сами нам преподавали. Они супер креативные уроки создавали. Ну, то есть там они намного круче нас, нам уроки проводили, но я уже на третьем уроке я чуть не сдохла. Просто я такая, ужасно быть ребенком. Как вообще они выдерживают это? Я в шоке была, да? Поэтому, если честно, да, я думаю, что самое классное — это устойчивые фишки использовать. Вот, допустим, фишки, о которых мы сегодня говорили, они детям не надоедают, но их эффективность научно доказана, да? Недавно я была на семинаре по сингапурским техникам. Раньше я думала, вот коллеги тоже есть, тоже были на семинаре вместе, да? Раньше я думала, бла-бла-бла, сингапурские техники, да-да-да. Потом я сходила на этот тренинг, и мне стало страшно. Потому что, ну, там настолько простые, интересные активити сдавали, которые работают с детьми. Они пятиминутные, легкие, но каждый ребенок занят на уроке. Я вот прям очень сильно советую. Лилия Мухаммедшина, сингапурский тренер, онлайн пройти ее курс, называется «Upgrade урока 40 минут». Ну вот настолько очень простые инструменты, реально пятиминутные, но дети каждый взаимодействуют друг с другом. Нету такого, что мы слушаем только одного ребенка. Каждый ребенок занят, каждый ребенок отвечает за другого. И плюс еще мы развиваем в детях критическое мышление, креативность, коммуникации, коллаборации за 2-3 минуты.
То есть это был просто тыщ-тыщ-тыщ, взрыв мозга. Сейчас вот я использую это все. Ну, такой прикол, да, когда ты учитель, никогда не бывает достаточно, да, например, я выучила когнитивистику, классно, супер, детям понравилось. Я пошла на тренинг по сингапурским техникам, у меня методика преподавания супер, все классно. Теперь у меня проблемы с дисциплиной на уроке, потому что дети яркешки. То есть никогда не бывает такого, ты все знаешь, ты мега-профи. Сейчас вот, допустим, мне нужно изучать эмоциональный интеллект. И еще там на один курс я собираюсь записаться. Ну, то есть, но вообще мне нравится идея устойчивого подхода. Простые, примитивные, одноминутные техники, но каждый ребенок работает. Каждого вы видите. А так детям очень тяжело. Вот реально супер эксперимент, Станислав. Мне кажется, каждый завуч, каждый учитель должны через это пройти. Ну, это ужасно сложно. Детей жалко. Как выход, мне кажется, вообще... я когда-то коллегам предложил, и когда-то на курсах об этом проговорили, но потом благополучно забыли. Это некая общая договоренность между учителями. Да, потому да, что, да. Если я каждый день буду одно и то же, да. И тоже устойчиво, да? Да. И коллега будет то же самое, и третий коллега. Не, ну вот сингапурские техники можно устойчиво использовать, а что-то такое. Кстати, вот ваша идея, ее в книге описали «Thinking out of the box». Я не помню, Курас, кажется, написал эту книгу, тоже на английском языке. И там тоже была такая идея, фишка, вот, которую Станислав предложил. Учителя, когда целый день проводят с учениками. Вот, прикольно. Какая наполняемость класса в этой школе? У нас в Эконате. Можно не буду отвечать на этот вопрос? Разное, разное. На уроках английского по 15 детей, на остальных уроках побольше. Я не говорю, что у нас самая идеальная крутая школа, потому что это новый проект. Много сложностей, но есть атмосфера, есть дух, и есть дети, которые там просто супер, суперские, классные. Приезжайте в гости. На русском языке нет. В этом прикол, да, почему приходится учить английский язык. Вот, допустим, все американские тичеры, они говорят только про прием «Вспомнить все», «Retrieval practice», все исследования про это. И вторая фишка, о которой они говорят, книга, кстати, вот эта книга есть на русском языке, называется «Гибкое сознание». Автор Кэрол Дуэк, книга про мышление роста, как изменить подход к обучению, мышление, культуру в нашем классе, установки детей. Вот это вот две самые-самые популярные темы, которые прям все учителя обсуждают. Сол. Так, сори. Если честно, я себя так чувствую, неудобно отвечать на вопросы, типа, ну... Вы намного круче можете ответить на многие вопросы. Если есть вопросы про блогинг, давайте, я буду рада ответить. Я преподаю только 10-11 классам, на школе только 10-11, и я их готовлю к IELTS, к международному экзамену. Вы заявляете себя как учитель, предприниматель? Да. А второй части? А второй части? Почему именно? Смотрите, да, у меня история немного необычная, потому что я не планировала становиться учителем. Меня просто нашли и заставили, отловили. Потом меня затянуло в школу, и меня затянуло туда на 8 лет. Но на самом деле я предприниматель. То есть я с детства люблю продавать, там, создавать, там, то все. Недавно я прошла консультацию у российского специалиста, эксперта по карьерное консультирование. Ты проходишь тест Digital Human, целый час идет тест, и потом тебе делают распаковку, там, бла-бла-бла. И она говорит, ты предприниматель, ты любишь медиа, ты любишь маркетинг, ты любишь преподавать. Вау, ты придумала для себя новую профессию, ты на 100% профессионально ориентированный человек. И, ну, почему бы нет, почему бы не придумать себе новую профессию? Если честно, мне было очень-очень тяжело перейти к предпринимательству, потому что... Меня в начале, в первые годы гнобили коллеги, говорили, ты учитель, ты Устас, ты великий Устас. Ну, то есть Устас — это, нет, не я великий, а это типа, Устас — это великое слово, да. А я пришла в школу, работала переводчиком, я там за 3 дня зарабатывала столько же, сколько я за месяц в школе зарабатывала. Из другой тусовки вообще пришла в школу, просто мне прям зацепило, мне там все понравилось. И когда я получила свою первую зарплату, мне было стыдно друзьям сказать, сколько я получаю. Вообще нереально, да? Но потом я поняла, что наша работа, да, никогда у нас не будет крутой оплаты. Почему? Потому что невозможно в деньгах
измерить то, что мы даем детям. Да? Допустим, я сейчас на обучение трачу больше, сколько получаю. Хорошо, что мне муж помогает. Да? И я вдохновилась идеями американских учителей. Почему? Потому что, когда я была учителем в первый год, второй год, я им завидовала и смотрю, блин, они такие крутые, да? Обычный учитель средней школы курсы создает, подкаст ведет, книги пишет, гастроли по всей стране делает с тренингами. Ну почему я так не могу? И, ну потом вот этот яд, 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 но ты все равно делаешь, яд, 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 ты все равно хочешь это сделать. Допустим, первые годы, вот честно, да, у меня были проблемы с щитовидкой. После того, как я начала заниматься творчеством, перестала себя гнобить, типа, яд, яд, я же учитель. Но, блин, мне нравится блогинг, мне нравится маркетинг. Ну, если я учитель, это не значит, что я должна себя загнобить, забыть про свои мечты и только посвятить себя в школе. И у нас и так ожидания высокие от учителей. Но если учителей нету в блоге, нету в социальных сетях, никто вообще не знает, через что мы проходим. Как только я открыла блог, отстала от себя, такой нетворк коллег, такое вдохновение. Ну, и сейчас еще деньги дозарабатываю на блоге, создаю курсы. Но я понимаю такую вещь. Когда мы инвестируем в себя, в свое обучение, когда мы работаем над своей внутренней ценностью, мы уже не согласны. Я, например, я принципиально отказываюсь выступать бесплатно. И первое время даже огромные такие там многомиллиардные корпорации меня гнобили за это, типа, Аяш, ну ты же учитель, приди к нам бесплатно. Я говорю, Джанандар, сори, вы понимаете, да? У меня график расписан по минутам. То есть и сейчас у меня такая ситуация, да, один час, инсайдерская информация, да, один час моего времени как учителя в школе стоит 2700 тенге. Один час моего времени в онлайн-мире стоит 50 тысяч-100 тысяч тенге. И нормально жить в двух параллельных вселенных, да? Я учитель не потому, что мне пришлось, не потому, что мне некуда идти, не потому, что я хочу слушать там своих завучей, так их нету тут, да? Блин, наша система ужасная, нас завучи гнобят, что-то там требуют. Мне, например, неприятно, я себя иногда рабом чувствую, когда мне говорят, типа, инфантильная наша тусовка, а я аж на собрании, когда в чате пишут без слова «пожалуйста», все на собрании, явка обязательно. Меня это бесит, да? Но я понимаю, почему я тут. Я легко могу уйти из школы, но, блин, школа не отпускает, это сложно. Ты любишь детей, и почему мы должны париться, почему мы должны выбирать, когда учителя — это самые умные люди. На самом деле зарабатывать в профессии супер легко, да? Первый раз я монетизировала свой блог, когда меня наняла IT-компания, которые инвестировали в мой стартап, и я была их вдохновителем и контент-креатором. То есть я просто вела их Instagram, придумывала идейки, развивала платформу, маркетплейс для учителей, и они мне платили столько же, сколько я получала в школе за 2 часа работы в день. И нормально все это объединяло. Я еще своих учеников взяла стажерами к себе. И я поняла, что мои ученики, как стажеры, они работают в 100 раз круче взрослых людей. То есть нам очень-очень важно, да, смотрите, мы можем жаловаться, что государство не уважает учителей, что нас все загнобили, да, но на самом деле это не государство нас загнобило, на самом деле это мы сами себя загнобили. Мы себя не ценим, мы не ценим свое время, мы не ценим свои знания, мы... Поэтому я прям советую всем учителям в терапию идти. И потом, психолог, вот реально, да? Это не шутка, реально. Допустим, я с психологом за 3-4 сессии, за 3-4 часа решила почти все мои проблемы в школе. Личные границы в отношениях с учениками, общение с администрацией. За 3 часа, а мучилась до этого 6 лет. Ну, короче. Час психолога 15 тысяч тенге стоит. Ну, вы, наверное, больше зарабатываете. Вот, кстати, многие думают, что в частных школах учителям больше платят. На самом деле меньше. Поэтому. Так, дорогие коллеги, я вообще, если честно, в шоке, что так много людей собралось. Я думала, будет где-то там человек 20. Рахмет вам большой.
Вы вообще супер классные, супер звезды, потому что мы остаемся в профессии, несмотря ни на что. Презентацию давайте я организаторам скину. Вы можете прочитать книгу Powerful Teaching.